второй Семенкова въезда у нас. А так только, ну, здесь то, что вот деревни, которые прикреплены к дорожному. Гришина дачи, территория аэропорта, это все наше. Главное, чтобы людей устраивало, и наша Наталья Владимировна в комфортных условиях находилась. А раньше-то как? Да как разрушенное здание, стенки уже такие были, на ладом дышали, а здесь уже евроремонт можно назвать. В это лето у нас в плане стоит постройка 16 ФАПов, 11 уже смонтированы, закупает часть оборудования, соответственно, чтобы запустить, отлицензировать. Все это мы сделаем к 1 сентября. Те 5 ФАПов, которые у нас не смонтированы, там были и организационные причины, в первую очередь связанные с нашим поставщиком, который нас подвел, вовремя не поставил данный ФАП. И на прошлой неделе мы подали жалобу в ФАС. Дождавшись заключения с Федеральной антимонопольной службы Вологодской области, мы запустим либо повторную процедуру торгов, либо, соответственно, со вторыми, третьими участниками аукциона, кто участвовал в этом аукционе до недобросовестного поставщика. Уже переговоры мы ведем, мы уже понимаем, что, значит, и они с своей стороны готовы нам помочь и максимально быстро данный ФАП смонтировать.